32-й час магии крови. Продолжаем зачищать окрестности Десиато. Так, тут вот две красные точки я вижу наверху. Я забыл их в прошлый раз. Давайте прикончим, ребят. Как я ловко на стену запрыгнул, да? Магия — это вещь. Что говорить? Юная амазонка. Давайте разглядим юную амазонку. Вот она какая. Даже жаль такую красоту убивать. Ой-ой-ой-ой-ой. В чужом городе уважайте такие обычаи. Не надо колдовать тут. Я думал, он меня бить будет за это. Так, ладно, все, дуем теперь на другой конец карты. Дозачищаем, так сказать. Ой, как далеко шлепать. Так, давайте я лучше тогда пойду по часовой стрелке. Купил в красном и белом сегодня новое пиво, которое не пробовал. Белорусское экспортное. Бутылка светлого пива 59 рублей. Неплохо, я вот сейчас прям выпил. Хорошее такое легенькое пиво с приятной кислинкой. Ну, то есть для светлого лагера отлично. 59 рублей. Но цена не самая маленькая, конечно. Хорошее пиво. Под пиво эта игра нормально заходит. Я вот сегодня утром ее играл трезвым. Вообще не зашло. То есть скучно, монотонно, но стоит затариться немножко пивком. И вот эти вот однотипные монотонные бои, они начинают доставлять удовольствие, как ни странно. Есть, то есть. Толпа лис на меня кинулась. И заяц-мясоед. Компанию. Пилил их просто. Время теней я, скорее всего, не буду проходить, ребят. Слишком долгая игра. Слишком долгая, затянутая, нереально просто. Я такое не очень люблю. И вообще, жанр Diablo RPG мне не нравится, клянусь. В чем тут клянусь, я что-то не понял. Не нравится мне этот жанр вообще. Он скучный, монотонный, однотипный, одно и то же. Убиваешь, убиваешь миллионы монстров. Одно и то же рубилово, бесконечное. Причем, если ты хочешь играть максимально эффективно, более чем пару заклинаний тут качать нет смысла. Чтобы не распылять очки. И вот я вот всю игру прохожу с одним и тем же заклинанием. Вы считаете это круто? Я считаю, что это не круто. Мишка, давай вот на этот огонек иди. Мешочек с деньгами из бочки вывалился. Приятно. Приятно. Так, давайте все в одну толпу, и я вас заклинанием звезда прикончу.
Мне так проще и вам быстрее. Повываливались бутылочки из бедолаг. Стой, сука! Я что, за тобой гоняться должен? Больше всего я не люблю в этой игре врагов, которые стреляют на расстоянии, блин. Потому что их нельзя звездой спалить. Они же не лезут на меня. Помощник сатаны, мастер воздуха. Трусливенький помощник сатаны оказался. Наемница гоблинов. Наездница гоблинов. На большущем зайце-мясоеде, по-моему, она наездница или нет? На ком она наезжает? Да нет, это не похоже на зайца. Одинокого скелета забыли прикончить. Хотя, казалось бы, как можно убить и без того мертвого, да? Но тем не менее можно. Кстати, сколько у меня очков магии? 9. Я, в принципе, могу сейчас заклинание звезду качнуть. Так, я качнул звезду. У меня звезда теперь будет еще больнее бить. 9 уровень уже. Заклинание звезда. По идее, на 3 единички должно увеличиться ее убойная сила. Сейчас у меня в основном на 32 единицы урона наносит. Но теперь будет, наверное, 35 наносить, как я понимаю. Ух ты, 41 аж. Ну тут еще от врагов зависит, от их резистов. По-моему, звезда стала убойнее. Ощутимо убойнее. Так, а если я не буду к ним подходить, а просто кину им заклинание? А, дальности не хватает. Придется все-таки агрить их. Нет, наверное, все-таки он на лошади. Правда, почему-то у этой лошади огромные зубы. И рог растет. Но, судя по тому, как она... как это называется? Звук лошадиный. Вот это...
Судя по всему, все-таки это лошадь. Просто какая-то несколько необычная. Да сдохни ты, гад такой, а. Помощник сатаны. Так, зелье здоровья. Сколько у меня? 6700. Полно. Полно зелье здоровья. Амазонка. Откуда такое название пошло? Это из-за того, что они... В Южной Америке, то есть на берегах Амазонки обитали, что ли? Амазонка. Так, давайте все в одну кучу. Ну, опять стрелковые юниты, заразы такие. Опять стрелковые юниты. Народу перерубил, и никаких вещей не вывалилось. Амазонок на меня налетело. Откуда в них столько агрессии, я не понимаю. Симпатичные вроде девчонки, молодые, стройные. Что с ними не так? Ладно, медведь, он, наверное, жрать хочет. Помощник сатаны, ну там все понятно, он злодей. Но амазонки-то что? Чем я им не угодил? Там звонит, ё-моё, стоит сесть играть, ребят, придется отвлечься.
Все, ребят, извините, пожалуйста, но такая вот ситуация произошла. Игра настолько однообразная, монотонная, что я думаю, что от того, что я там 2 минуты поотсутствовал, если вообще кто-то будет это прохождение смотреть, в чем я сильно сомневаюсь. Потому что, ну что тут смотреть? Тут одна и та же херня. Бессмысленное, беспощадное истребление миллионов одних и тех же монстров. Я вообще не понимаю, как, кому может нравиться такой жанр игр. Мне лично не нравится. У меня ее заказали, мне ее придется пройти. Вот. Я думаю, от того, что 2 минуты я поотсутствовал, ничего не изменилось. Как было неинтересное и скучное видео, так и осталось. Раньше 32 урона наносила звезда, сейчас 34 вот этим гоблиншам. Ну то есть у них просто резисты выше, поэтому, видимо, не на 3 единицы увеличился урон. По идее, там было написано, что убойная сила на 3 единицы повысится. Но гоблинш плохо берет звезда. Ой-ой-ой, куча драконолюдов. Опасные типы. Опасные типы, скажу я вам. Так, у меня перегруз, к сожалению. Опять перегруз. Да сколько ж можно, а? Так, давайте я выкину какие-нибудь это, доспехи никчемные, которые
и тяжелые. Куртка. Удаляемость 5. У меня... Так, куртку я, наверное, выброшу. Хотя она стоит. Да хотя ничего они не стоят. Эти шмотки ничего не стоят, на самом деле. Выкидываю я тогда вот эти доспехи. На, они не стоят. Так, все, перегруза вроде бы нету. Элитная кераса. Название-то какое громкое. Элитная кераса. Бля, что за адские лаги опять пошли? Это как в тот раз, что ли? Это как в тот раз, что ли? Страшные лаги такие. Что происходит? Может, у меня процессор перегревается? Жесть. Сейчас я попробую отбежать от этого места. О, отпустило. Нет, это, наверное, все-таки глюки самой игры. Скорее всего, все-таки это глюки игры. Даже если процессор перегревается и начинает тротлить, не настолько лютые лаги идут. Ой-ой-ой, я стражника атаковал, что ли? Стражник, прости. Ну теперь уж мне придется тебя добить. Добил стражника, блин. Теперь сейчас в город можно не соваться теперь. Вот опять, что за лаги идут? Стражники на меня кидаются теперь. Причем за их убийство опыта-то я не получу. Опыта нет за их убийство. Блин, да что ж с игрой-то творится? Опять она лагать начала. Вон стражник тоже. Так, ладно, давайте я тогда сохраню и выйду. По новой, ну, загрузимся, грубо говоря. Потому что это не дело. Долго нагрузится, потому что она на SSD стоит, у меня и компьютер очень мощный для этой игры. Кстати, стражники перестали ко мне агрессировать. То есть достаточно просто сохраниться и начать заново, и все, стражники уже новодобряками становятся. Ну вот это что такое происходит, я не понимаю. Что происходит? Слушайте, может, у меня правда что-то просто перегревается? Ну и блин, надо проверить компьютер, может быть, как-то вообще жестко все. Такого точно не должно, ну, не было раньше такого. Ну что, долго мы так будем лагать-то?
Нет, ребят, эта игра глючит. Вот смотрите, вот я нажал Escape. Лаги пропали. Эта игра тормозит. Но почему она так тормозит? Блядь, здесь даже отображать-то нечего. Здесь нет никакой графики, сука. Блядь, это жесть. Что, я буду каждый раз вот так вот сохраняться, загружаться, что ли? Такой язык длинный, да, у чувака? Как змея, прям змеевидный такой язык у него. Давайте еще раз попробуем загрузиться. Попробуем еще раз. Давайте я тогда не направо пойду, а пойду вниз, может быть, это. Туда лучше не соваться, чтобы не тормозило. Попробуем пойти вниз. Ну вот опять. А, ну это просто обычные фрезы. Нет, не бейте меня. Нет, я буду тебя бить. Так, попробуем всех в одну кучу собрать. Вроде игра не тормозит, по крайней мере, уже. За мной, лисички. Так, ну чё, локация чиста вроде, нет? Yeah.
куда вот этот заяц поскакал? Я же здесь. Так, ну все. Локация зачищена полностью. Так, теперь нам нужна помощь Хотблоку, квест сюжетный. Разбойники, которые подожгли город, попросили вас отправиться к Хотблоку и узнать, что им делать дальше. Ищите Хотблока в бриллиантовом лесу к востоку от Десиату. Бежали к телепорту. Ну вот смотрите, я приближаюсь к городу и начинаются дичайшие лаги. Вот что с этим делать? Раньше такого не было. Ну вот опять, вот что это творится? Как играть в такой ситуации? Опять сохраняться и выходить? Ну давайте. Какая-то утечка памяти, что там у игры происходит? Это косяк игры, это не мой компьютер. Вряд ли это мой компьютер тормозит. 4-ядерный феном, 10 гигабайт оперативы, Radeon 7770. Куда тут тормозить-то? Мне это решительно непонятно. Какой страшный тип. Так, бриллиантовый лес ищем. Бриллиантовый лес, долина дождей. Так, подождите-ка. Бриллиантовый лесу к востоку от Десиата. Ну это вот здесь, что ли? Сейчас, секунду, я открою карту. Костер Хотблока. А, я понял. Я просто на карте сейчас вижу, куда идти. Так, бриллиантовый лес руины, сейчас надо идти. Ну, тут долина дождей написано, это не тот. Так, секунду. А, вот, бриллиантовый лес руины. Но я сейчас пойду, меня опять игра тормозить начнет. Я вот этого боюсь. Вроде не тормозит. Я уже вздрагиваю от каждого фриза. Кстати, мне надо к торговцу какому-нибудь, любому. Там он какая-то тетка есть, Лигея. Давайте попробуем, может быть, получится что-нибудь продать. Мне нужно этот инвентарь освободить. Нет никого. Можно. Так, это темные священники. Что она? Не может телепортнуться, что ли? А, я вызвал этого типа. Барышника. Астрологи мне больше не нужны. Торговать же с ними нельзя же. Здравствуйте, уважаемые. Так, ребят, мне нужен любой торговец. Мне нужно от хлама избавиться. Вы уж извините, я сейчас поищу какого-нибудь торгаша. Я уже и так шмотки выбрасывать начал, чтобы освободить место. Так, это светлая церковь. О, в светлой церкви. Кстати, и с темными священниками что же можно было торговать? Что-то я протупил. Кстати, мне сейчас надо будет еще купить свитки. Свитки. Так, последнее дыхание. Так, ладно, сейчас. Сперва поторгуем, давайте.
Так, яд продаю. Зелье магии из 7800 продаю, наверное, 6,5. Неплохо. Продал. Эти мечи продаю. Не пойму, почему длинный меч солдата так дорого стоит. У него урон 30-45, у меня 25-65. Количество денег-то растет, уже 53 тысячи накопил. Неплохо. Так, мастерство крови. Я не знаю, я ветку крови качать не буду, скорее всего. То есть, по идее, мне это тоже не нужно. Мастерство воды мне не нужно. С тобой приятно иметь дело. Так, мне надо что надо купить? Заклинание вот это. Мастерство света мне нужно купить. Мастерство света мне нужно, точно. Да и, в принципе, звезду тоже. Так, звезду я беру. Замечательно. Так, звезду взял. Вы таки даже... Так, звезду у меня уже есть одна, вторая не нужна. Моя элементаль... Ну, давайте я вторую звезду... давайте я возьму, потому что... Держи. Они, свитки, они все равно ничего не весят. Можно их и потаскать до конца игры. Здравствуйте, уважаемая. Так, еще звезду. У него во тьме... света. По-моему, это тот же самый, с которым я уже торговал. Приветствую, уважаемые. Звезд полно, а вот мастерство света почему-то нету. Тетенька, дай конфетку, а? Так, что там у меня по состоянию снаряжения? Слушайте, мне надо придется в Эйвон возвращаться, потому что тут я не знаю, где кузнеца найти. Мне придется возвращаться сперва в Эйвон, чтобы починить снаряжение. Купила домой новую стоп. Так, а там зеленым цветом Доминик у нас указан. Что это за чувак? Какой-то квестовый. Торговец Доминик. Ты нашел ключик от моего склада? Нет? Ключ от склада, я без понятия, где его искать. Так, все, дуем тогда сейчас в этот Вейвен. Мне нужно починить доспехи. А потом...
потом уже будем зачищать локацию под названием Бриллиантовый лес чаще. Руины, вернее. Какая затянутая игра, блять, какая она, сука, длинная. Я вот уже играю 32 час, и я прошел ее меньше, чем наполовину. Блять. Я мог столько игр пройти за это время. Не могу сказать, что мне это нравится. Что она фризит? Вот я не понимаю, почему она фризит? Не может быть, что моего компьютера мощности не хватает. Слышал, капитан Кеприка был в кассе с тобой. Кстати, я в церковь забегу, светлых священников, попробую свитки купить. Все-таки. Свиток мастерство света мне нужен. Парочка штук. Починил снаряжение. Слушайте, а мастерство воздухом нам вообще не нужно, это заклинание, по идее. Я воздухом-то не пользуюсь. А, молния — это воздух, да. Так, мне нужно заклинание мастерства. Свиток нужен, мастерство света. Так, ищем церквушку. Она как-то медленно бегает. Вроде пустая. Привет. Привет. Ну кастуйте, чё, блядь? Не может телепортнуться, что ли? Так, свиток мастерство света ищем. О, мастерство света, отлично. Неплохо. Я бы еще одно мастерство света купил. Про запас, так сказать. Так, еще одно мастерство света. Взял. Все. Теперь я починился, купил свитки. И, в принципе, возвращаемся. Вернее, теперь нам нужно двигаться дальше по сюжету. Я не вижу себя на карте.
Мне нужно в бриллиантовый лес руины, но это через 10 идет. То есть мне сейчас придется еще и в 10 опять вернуться. Пусть свирепый страшный монстр изображен. Снизу вроде ноги человека, а сверху хрен пойми что. Так. Мне нужен телепорт в бриллиантовый лес руины. Бля, пожалуйста, игра, только не лагай. Нормально же все было раньше. Так, бриллиантовый лес, руины. Сейчас еще пару часов эту локацию зачищать, да? Ой, бля, какая, сука, монотонная, однотипная игра. Как и все Диабло, кстати. Диабло 2 то же самое. Не знаю, кто в это играет. Титан Квест тот же самый, это ужас просто какой-то. Яшек, старший Александр. Какие-то квестовые типы здесь стоят. Так, давайте все в одну кучу тогда. Я вас звездой обработаю. Дракона-попугай, блять. Ну, я уже знаком с этим монстром, но, конечно, название... Смотрите, какой красивый дракона-попугайчик. Дракона-попугай. Так, тут где-то какой-то яшек должен быть, судя по радару. Вы видите яшека здесь? Я нет. Вот где яшек? Яшек. Где Яшек? Я не пойму. Может быть, я его грохнул под шумок? Ну, почему тогда на радаре отображается? Бля, я не вижу Яшека. Блядь, неужели я его грохнул во время боя?
юную амазонку убил. Жесть. На, сука. Этот-то понятно злой, у него прямо и название такое. Помощник сатаны. Но амазонку-то за что? Да поскакал, гад. О, господи, опять этот мародер. Я уже про них успел забыть. И опять эти надоедливые мерзкие мародеры тут нарисовались. Как я их терпеть не могу. С этими бегом с этим по всей карте. Когда ж ты сдохнешь-то, гад такой, а? Ну еще иммунитет срабатывает периодически. Чуть такое тут. Руины. А, ну да, локация же так и называется. Руины. Бриллиантовый лес, руины. Так, давайте по краю локации. Там вон там квестовый тип стоит какой-то. Давайте я сначала карту зачищу, а потом уже квестами займусь. Откинулся. Дракона-попугай. Блять, кто это придумывал, а? Thank you.
голем. Нет! Блять, я сдох только что. Черт подери. Ладно, ничего, воскреснем. Опять мне драконолюд по башке надавал. Сильные собаки эти твари. Так, подобрал свои вещи. Продолжим в следующем части. Всем пока.